к следующему слайду. Это будет у нас уже эконом, комфорт, бизнес-класс. Я расскажу, как пользоваться данной информацией. Вверху экселевские данные или экселевская таблица. А внизу я оставил вот эту общую сводную картинку или карту с общими данными. Ну, в данном случае по городу Киеву, как можете вы ориентироваться. Вот смотрим. Эконом, комфорт, бизнес-класс у нас. Средняя стоимость квадратного метра по этим трем классам в целом по городу. Мы видим 1497 вот здесь видим, да? Снижение минус 0,0740%. Эти самые цифры, сводные данные, вы увидите вот здесь в легенде карты. То же самое. Ну и по любому классу вы можете перепроверить. Если говорить о районах, вы также можете на паузу остановить данный слайд и посмотреть по административным районам в абсолютных цифрах, что происходило, снижение в процентном соотношении. Напомню вам, что это всего лишь у нас период исследования 1 месяц, апрель-май 2023 года. Переходим.